Сейчас у нас приоритет. Этот человек должен уйти. Должен уйти, потому что он символ поражения. Вы понимаете? Я не представляю, чтобы после капитуляции Германии Гитлер сидел бы в своем бункере и написал бы мемуары. Вы понимаете, этот человек сидит, я не знаю где, окруженный охраной, несколько сотни охраны, он боится людей и пишет какие-то, я не знаю, бред, сущий бред. Он должен уйти. Сейчас приоритет наш приоритет вернуть наших военнопленных. Но я сейчас работаю со очень влиятельными армянами диаспоры и в Москве, и в Европе, чтобы хотя бы через этих людей, через их влиятельные связи мы могли бы вернуть наших детей. Сегодня я письмом обратилась к Ким Кардашьян, потому что у нее очень большие связи. Хотя бы, чтобы все, ко всем влиятельным армянам диаспоры, чтобы все они задействовали свои связи, свое влияние, свои ресурсы, чтобы вернуть наших детей. Для нас, для нашей партии, для меня как депутата, для меня как матери сейчас есть один приоритет – вернуть наших детей, а для нашей партии приоритет – вернуть наших детей, и чтобы этот человек быстро ушел с поста премьера. Армении нужен новый переговорщик. Новый переговорщик. Как вы представляете, как он? Мы очень хорошо понимаем, чтобы вернуть наших военнопленных, кто-то должен говорить с Алиевым. Как вы представляете, Никол может сейчас говорить, вести переговоры с Алиевым? Никол сейчас в Азербайджане комиксная персона, к сожалению. Мне больно, мне больно смотреть эти комиксы, эти скетчи, которые в Азербайджане снимают на него. Это оскорбляет мое достоинство как армянина. Он не может вести адекватные переговоры. Армении нужен новый переговорщик. Как говорится в фильме «Маугли», Акелла промахнулся, Акелла должен быть.